Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 80. Упражнение номер 163. Прочитайте предложение. Местоимение какого лица и числа пропущено в каждом предложении. Рисую. Я. Рисуешь. Ты. Рисует. Он. Рисуем. Мы. Рисуете. Вы. Рисуют. Они. Нарисую. Я. Нарисуешь. Ты. Нарисует. Он. Нарисуем. Мы. Нарисуете. Вы. Нарисуют. Они. Запишите составленные предложения. Я рисую. Ты рисуешь. Он рисует. Мы рисуем. Вы рисуете. Они рисуют. Я нарисую. Ты нарисуешь с мягким знаком. Он нарисует. Мы нарисуем. Вы нарисуете. Они нарисуют. Определите лицо каждого местоимения. Я – первое лицо, ты – второе лицо, он – третье лицо, мы – первое лицо, вы – второе лицо, они – третье лицо. Можно ли предположить, что глагол тоже имеет форму лица? Объясните свой ответ. Да, можно предположить, что глагол имеет форму лица, потому что в зависимости от местоимения, которое стоит глаголом, изменяется его окончание. Определите лицо глагола в каждом предложении по форме лица местоимения. Рисую – нарисую – первое лицо. Рисуешь – нарисуешь – второе лицо. Рисует – нарисует – третье лицо. Рисуем, нарисуем. Первое лицо. Рисуете, нарисуете. Второе лицо. Рисуют, нарисуют. Третье лицо. Определите время и число глаголов. Почему изменились окончания глаголов? Выделите окончания. Все данные глаголы стоят в настоящем времени. Рисую, рисуешь, рисует. Нарисую, нарисуешь, нарисует. Единственное число. Рисуем, рисуете, рисуют, нарисуем, нарисуете, нарисуют, множественное число. Выделим окончание. Рисую – ум, рисуешь – ешь, рисует – ед, рисуем – ем, рисуете – ете, рисуют – ют. Нарисую, нарисуешь, ешь, нарисует, ед, нарисуем, ем, нарисуете, ете, нарисуют, ют. Окончания глаголов изменились, потому что изменилось их лицо и число. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.